Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и сегодня я снова на ВДНХ. В честь празднования Дня Единения Народов Беларуси и России на ВДНХ открыта выставка передовых образцов машиностроения. Это открытая площадка, которая работает под открытым небом со 2 по 9 апреля. Здесь представлены ведущие как опытные, так и действующие образцы промышленной, сельскохозяйственной, пожарной, гражданской, наземной и воздушной техники России и Беларуси. Здесь можно посмотреть технику таких представителей, как КАМАЗ, Петербургский тракторный завод, Гомсельмаш, БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, БелЖи, Вертолеты России, УАЗ, ГАЗ, Национальная академия наук Республики Беларусь и многие другие. К сожалению, в день открытия 2 апреля я сюда не смог приехать. Но здесь в это время проходила концертная программа, где участвовали ансамбли России Зыкина и театр танца «Гжель», а также выступала народная артистка России Олеся Стегнеева. Ну а теперь посмотрим саму выставку. Поехали!
Друзья, как вы смогли заметить, я обошел всю представленную площадку. Техники много, чего-то даже нет из того, что должно было находиться сегодня здесь. К примеру, я не увидел вертолеты России. Наверное, их уже увезли. Скорее всего, они были во время открытия выставки. Но все равно все было здорово. Хорошо, что для людей организовывают такие интересные открытые площадки. Все, кому понравилось, не забываем ставить лайк и подписываться. А если есть вопросы и пожелания, пишите в комментариях. Все, всем пока!